Всем спасибо, девушки, все хорошие, все понравились. Но совет жюри решили, что мисс очаровательная улыбка будет у нас Оксана. Девочки, вы все большие молодцы, все достойны победы, но, к сожалению, победительница может быть только одна, и это Лена Мельникова. Ты обещала плакать. Я обещала, наоборот. Мисс Блокнот, 2018, Яна Мельникова. Очень радует, что вы все занимаетесь спортом. Буду рада вас видеть в нашем спортивном клубе «Метрофитнес». Поэтому подарки от нашего клуба. Ну, конечно, в первую очередь. Нет, не ожидала на самом деле. Вот. Я, конечно, видела себя победителем, это в первую очередь. Вот. Но в любом случае достойна была каждая, и каждая выкладывалась на 100% в этом конкурсе. Интересный конкурс. Хотелось победить, конечно. Корона красивая. Но я не расстроилась, что не победила. Деньги я зарабатываю сама. Вот, поэтому девчонки молодцы. Молодцы, что выложились. Классный конкурс. Я даже рада, что мы вот со всеми познакомились. Ладно, кстати, там привет, кто думал, что все куплено. Не куплено. Видите, я ничего не купила. Ты доказала. Не хотелось бы так доказывать, но получилось, что вот так, да. Рада, это мой третий титул уже. Ну, очень хотелось короны. Я первый раз участвую в подобных конкурсах, и выиграть, мало того, что поучаствовать в конкурсе, да еще и выиграть, это непередаваемое ощущение. Это счастье, это какие-то эмоции внутренние, переживания, и все как-то так стало легко, и все хорошо, и класс, я рада. Нет. Все отлично вообще, вот как будто она под меня и делалась.